Продолжаем вязать. Вот что у нас получилось до этого. Теперь вяжем следующий ряд. Опять переводим наш крючок в вершину второй петли. Вяжем 3 воздушные петли. В следующую петлю провязываем столбик с накидом. И под цепочку из воздушных петель провязываем еще 2 столбика с накидом. Далее вяжем 4 воздушные петли. И теперь вяжем столбики с накидом, начиная не со второй петли, а с третьей. То есть делаем накид и вяжем в крайнюю третью петлю столбик с накидом. И оставшиеся 3 столбика мы вяжем по цепочку из воздушных петель. Вот. Снова вяжем 4 воздушные петли. И вяжем 4 столбика с накидом, начиная со второй петли. Вот. Снова вяжем 4 воздушные петли. И вяжем 4 столбика с накидом в третью петлю. И 3 оставшиеся столбика мы вяжем под цепочку из воздушных петель. Снова вяжем 4 воздушные петли. И вяжем 4 столбика с накидом, начиная со второй петли. Мы как бы чередуем. Вначале мы вяжем со второй петли, потом мы вяжем с третьей петли. 4 воздушные петли. И вяжем 4 столбика с накидом с третьей петли. Опять 4 воздушные петли и вяжем 4 столбика с накидом, начиная со второй петли. Так вяжем по кругу, чередуя. Очень важно не запутаться и соблюдать порядок чередования. Вторая петля, сейчас третья петля. Опять вяжем со второй петли. Воздушные петли и вяжем с третьей петли. Со второй петли с третьей петли.
довязываем ряд. И соединяем. Вот. Теперь мы вяжем следующий ряд. Он будет состоять из 5 столбиков с накидом и 4 воздушных петель. Тут у нас будет также соблюдаться закономерность, то есть мы вяжем во вторую петлю и в третью. Так, сначала переводим мы крючок во вторую петлю, вершину второй петли, и начинаем. 3 воздушные петли для подъема и еще 4 столбика с накидом. 3 из них у нас приходится в петли. И 2 столбика по цепочку за воздушные петель. Вот у нас получилось 5 столбиков. Вяжем 4 воздушные петли. И вяжем теперь 5 столбиков с накидом, начиная с третьей петли. То есть 2 петли у нас приходится, 2 столбика с накидом на петли, и 3 столбика с накидом мы вяжем под цепочку из воздушных петель. Снова 4 воздушные петли и вяжем 5 столбиков с накидом, начиная со второй петли. Четыре воздушные петли и 5 столбиков с накидом мы вяжем, начиная с третьей петли. Четыре воздушные петли и 5 столбиков с накидом. То есть не забываем, что мы чередуем. Сначала мы вяжем во вторую петлю, а потом мы вяжем в третью петлю. Так вяжем мы по кругу до самого конца. Вот, сейчас вяжу в третью петлю, 5 столбиков с накидом. Вяжу во вторую петлю теперь. Четыре воздушные петли
И снова 5 столбиков с накидом. Снова вяжу во вторую петлю. Четыре воздушные петли и вяжу в третью петлю. Заканчиваем ряд. Сейчас поглядим, что у нас получилось. Все.